Сегодня в Национальной академии наук Азербайджана начала свою работу научная конференция «Традиция независимой государственности в тюркском мире и современные проблемы развития», к которой, помимо ученых Азербайджана, подключились научные деятели из других стран. Участники конференции подчеркивают важность подобных мероприятий для дальнейшего расширения многовековых контактов между тюркскими народами Евразии. Академия наук ведет важные исследования в широком спектре дисциплин, от физики до социальных наук. И на сегодняшний день азербайджанские ученые ведут в некоторых направлениях исследования на мировом уровне. В том числе по биотехнологиям, биоинформатике, есть прекрасные проекты по физике, развивается биофизическое направление. По тем же направлениям развиваются и научные учреждения других тюркских стран. Несмотря на особенности исторического пути, тюркские народы не прерывали культурные и интеллектуальные связи. Я в своем докладе привел много примеров, и в частности Нариман Нариманова, выдающегося нашего ученого, азербайджанского ученого, который сыграл, политического деятеля, который сыграл большую роль в становлении азербайджанско-татарстанских ученых. Примечательно в качестве примера я привел факт, что он даже как врач выдающийся лечил нашего выдающегося поэта Габдуллу Тукая. Помимо исторических аспектов взаимоотношений тюркских народов Евразии, на конференции были подняты и другие вопросы между учеными других стран по стратегии дальнейшего сотрудничества, регламента отношений, поиска путей решения возникающих проблем. Те проблемы, которые сегодня были подняты и которые требуют своего немедленного решения, они связаны прежде всего с тем, что мы должны в ногу идти со временем, мы должны находить новые направления совместной работы. Я имею в виду совместную работу представителей науки всех стран, не только тех стран, которые входят какие-то официальные отношения, но еще имеют свои давние корни отношений. Участники конференции коснулись ряда принципиальных вопросов, требующих скорейшего решения совместными силами. Это исследования в области фундаментальной науки, создание совместного печатного органа для публикации результатов исследований, привлечение к науке молодежи и работа с широкой аудиторией для информирования о ведущихся исследованиях и достижениях. Действительно, тюркский мир, он очень разнообразен. Он разнообразен и в религиозном плане, и в культурном плане. И я думаю, что это разнообразие нужно, конечно, доносить до широкой общественности. Наша задача, в первую очередь, это сближение тюркоязычных стран, тюркоязычных народов, а также вот то богатство, которым мы обладаем, культура, наследие – это представить всему миру. Конференция продолжит свою работу и завтра. Помимо теоретической части, участники конференции, азербайджанские ученые и зарубежные гости посетят Национальный музей истории Азербайджана и парк высоких технологий. Заур Мехтиев, Рауф Гусейнов, CBC.